Сначала я хочу выиграть. Большой шлем. Главная задача на сезон? Показать хорошую игру. Кто самый сложный соперник? Сирена. А самый сложный матч? Не помню. Очень много сложных матчей. В большом спорте друзей не бывает? Бывает. Ваша пара с Еленой Весниной самая лучшая, потому что? Мы команда. Мать и дочь. Санкт-Петербург поразил меня. Своей красотой. На первом месте сейчас в жизни теннис? Теннис. Звание одной из самых перспективных и талантливых российских теннисисток? Ничего не значит. Мой любимый игрок Рафаэль Надаль? Правда. Мой любимый футбольный клуб Барселона? Естественно. Месси круче Роналдо, почему? Потому что он круче Роналдо, потому что он самый лучший. В школе любимым предметом было? Не было. Идеальный отпуск? С друзьями по Европе. Самый красивый город? Барселона. Любимая музыка? Лана Дель Рей. Есть фильмы, над которыми Дарья Касаткина плачет? Есть. Хатико и Дневник памяти. Когда впервые вышли на корт Кубка Федерации? Не нервничала. Атмосфера на турнирах Большого Шлема другая? Совершенно другая.